20 августа в стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета пройдет прямой эфир, посвященный началу нового учебного года. Об особенностях будущих учебных семестров, а также по заселению в общежитие университета в прямом эфире расскажут проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и директор департамента по молодежной политике Юлия Виноградова. На прямой линии для обучающихся старших курсов, для абитуриентов, которые уже станут студентами первого курса, я смогу ответить на те вопросы, которые будут связаны с заселением многородных студентов в общежитие нашего университета, которое пройдет с 24 августа, и в этом году оно продлится по 4 сентября. Пока что не ясно, сколько студентов нужно будет заселить в общежитие в этом году. Точные данные будут известны только после того, когда станет известно количество приказов о зачислении в ВУЗ. Этой датой, напомним, станет 31 августа. Пока мы именно ориентируемся на те плановые цифры и на цифры приемной комиссии. Тесно работая с приемной комиссией, мы уже каждый раз немножко корректируем в каждую неделю процедуру заселения иногородних студентов. Эфир стартует в 11 часов по московскому времени на нескольких онлайн-площадках, на сайте КФУ, Универ ТВ, а также в аккаунтах университетского телевидения, во ВКонтакте, канале YouTube и платформе Twitch. Помимо этого, абитуриенты, родители и журналисты смогут задать интересующие вопросы в чатах социальных сетей. Лев Диденко, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.